Стрим, посвященный пчелам. Пчелы – сегодняшняя тема, о которой мы поговорим. Весенние пчелы, которые появляются на первых весенних цветочках, которые же, конечно же, нас радуют. Ну, если вы, конечно, пчеловод, то у вас есть медоносные пчелы домашние, которые относительно домашние, потому что живут в домашних ульях, в уликах. Но, кроме того, есть множество диких пчелиных, которые обитают не в ульях, а живут где-то рядом. Кто живет в земле, кто живет в древесине, кто живет в различных полостях, кто-то живет в трубочках. И сегодня мы поговорим о тех пчелиных, которые появляются весной, в чем их разница и их приспособление к различным цветам и в определенной степени конкуренция. Да, есть конкуренция, потому что есть пчелы, которые собирают мед, а есть пчелы, которые воруют мед. Называются клептопаразиты, точнее говоря, собирают-то они не мед, они собирают нектар и пыльцу, а другие у них воруют нектар и пыльцу, их провизию. Поэтому они называются клептопаразиты, у них все их тянется что-то такое скушать, что им не принадлежит. И эти клептопаразиты – это паразитические пчелины, которые даже очень даже разнообразны. Конечно же, сейчас появляются прежде всего одуванчики, пшинки, разные первые цветочки, на которых только вы идете и сразу же присматриваетесь, кто-то уже там сидит, а кто-то вьется кругами, кто-то ищет себе парочку. Обычно самцы вьются рядом, кругами, не садятся на цветочки, они подыскивают себе пару. А те, которые вылупились, самочки, из-под земли, например, вылупляются. Галактиды, очень мелкие такие пчелиные, вылупляются, которые будут организовывать такие скопления, агрегации. Но каждая организуется, каждая своей королевой. Поэтому они более толстенькие, перезимовавшие, сразу же срочно бегут за пыльцой, и смотришь, уже первые галикты уже несут пыльцу. Значит, организовали свою первое гнездышко, которое потихонечку разрастется даже в небольшую колонию. А кто-то собирает уже и в полости в разные трубочки растений. И собирают они, конечно же, самых разных цветов. Цветы-то есть большие и маленькие, поэтому на каждый цветочек есть свой опылитель. Опылитель из пчелиных, конечно, из каких-то и бабочек, жуков, и других насекомых, но пчелиные самые старательные. Они посещают цветы с одного места на другой. Обычно они посещают отдельную группу цветковых растений, тем самым обеспечивая опыление, поэтому они считаются важными опылителями. И очень важными опылителями, конечно же, считаются шмели. Шмели из рода бомбус. Бомбус, потому что они достаточно крупные по размеру, это средний рабочий особь. И что это у нее за труба, что это за шило, которое выставил этот шмель? Это не шило торчит из головы, потому что у него шило — это жало, которое торчит из попки, из брюшка, который может ужалить. А из головы он высовывает, разворачивает свой хоботок, внутри которого расположен язычок. В определенной степени он сложен, как перочинный ножик, но можно его сравнить также отчасти даже с выдвигающейся такой трубкой, как с удочкой выдвигающейся, за счет чего он раскладывается. Состоит из нескольких частей. Внутри находится язычок. Язычок сделан из... Все это сделано из хитина, естественно. Язычок покрыт волосками, щетинками и позволяет внутри этой трубки подтягивать нектар из цветка. У шмелей один из наиболее длинных хоботков. В нашей зоне, конечно. Но появляются другие пчелиные. Например, появилась, например, вот такая вот пчелка, которая летает часто на цветочках. Даже ее можно и в руки-то взять, оказывается. Ее можно взять в руки, и она будет жужжать. Будет жужжать, ну, здесь такой определенный эксперимент. Держишь ее в руках, а она не жалится. Похожа она на медоносную пчелу. Да не медоносную, раскрывает свои верхние челюсти, мандибулы. Хочет так немножко покусать. Да не тут-то было, у нее совсем для другого дела мандибулы. Чтобы разгрызть где-то закрытое гнездышко и туда пробраться. А жало у нее маленькое, маленькое крохотное жало. Только для самозащиты, отпугивания. Поэтому даже если держу ее в руке, она не может меня ужалить.
не прожали, а уж сам про самца и тем более. И эта паразитическая пчела, как то раз тот самый клептопаразит, который называется из рода по латыни мельэкта. Ну вот, конечно, я ее выпускаю, и она радостно начинает бегать уже по садочку. Крылышки у нее такие немножко затемненные, опушенные, грудка опушенная, брюшко. А вот задние лапки не опушенные, без корзиночки, с шипами специальными для движения, для очистки тела. Конечно же, шипы используются и различные гребешки для очистки тела от пыльцы, потому что она посещает все-таки цветы и подпитывается нектаром и пыльцой. Но главная ее задача — проникнуть в другое гнездо, где она сможет, например, убить яйцо или убить личинку другой пчелы, пчелиной, и отложить свое яйцо уже на собранную провизию. Поэтому она будет и является клептопаразитом, поедающим ее личинка, собранной другой пчелой, в частности, несколькими видами андрен. Клептопаразит. Имеется такая книжечка, которая называется «Насекомые природные враги одиноких пчелиных фауны Украины» Зерова Ромасенко, Серегина, Вервас. И здесь, если открыть таблицу для определения родов и видов пчел клептопаразитов, тут несколько родов. Всем привет, кто присоединяется к нам из Франции в том числе. Привет Андрею. О, тут есть такие самые разные пчелины, потому что не надейтесь, что все пчелины, они собирают нектар и пыльцу. Вот здесь несколько родов, которые перечисляются. Ага, род Сфекодес, род Намада, род Триелопус, Триепиолюс, род Епиолюс, род Тиреус, Мелекта, которую я вот показываю, род Мелекта, описанный еще Лайтрелием 200 лет назад, род Стелис, Целиоксис, по латыни это я читаю, естественно, Диоксоидис, Диоксис, Биастес, Амобатес, Амобатоидес, Роджасковским описанный, из различных семейств, из семейства Галактиды, из семейства Мегахелиды, из семейства Апиды, различные семейства пчелиных. А вот и род Мелекта. Мелекта, оказывается, у нас два рода, два вида обитают в нашей зоне, в Украине, в России. Клептопаразитом они являются пчел Антофора. Антофора Ацерворум, Антофора Плагиата, Антофора Фульвитарзис. И два вида. Один называется по латыни Мелекта пунктата, пятнистая. У нее пятнышки такие беленькие как раз вот на брюшке. Видите, наблюдаются пятнышки на брюшке. А второй вид называется Мелекта луктуоза, описанная Скополи. Еще тоже 200 лет назад. Хорошо, они известны, потому что крупные уже тогда попадались энтомологам. И период лета с апреля по июнь. Тот, который пунктаты с желтовато-коричневым опушением, а это все-таки грудь в черном опушении с отдельными белыми волосками. Наверное, вот это все-таки пунктата. Вид по латыни. Мелекта пунктата. Желтовато-коричневым опушением. За исключением светлого опушения под надусиками и на боках грудей. Вот такая она светловатая. Будем думать, что это пунктата. Примерно. Определяем. Также надо... Обращаясь к экспертам, один из экспертов тоже определил как Мелекта пунктата, по-видимому. Потому что с каждой насекомой нужно смотреть внимательно под микроскопом, а не только когда она пролетает, как пуля в воздухе. Хотя энтомологи уже по походке определяют насекомых, по полету могут определить насекомых. А чем же знаменательна эта замечательная Мелекта? Тем, что ее можно покормить, кроме того, что ее можно подержать в руках. Даешь ей капельку меда, например, когда она уже проголодалась. Смотришь, и что-то мы наблюдаем. То, что у нее из головы появилось огроменное. Что-то огроменное появилось. Труба появилась огроменная. Да-да-да. Вот смотрите. Вот такая же, как у меня здесь указательный для указывания. Палочка, которая раздвигается... Спрятанная под головой, выдвинулась огромная палочка. Это как раз хоботок
с находящимся внутри язычком и различными щупиками маленькими. На конце имеются крохотные нижнегубные щупики. Имеются челюсти. Челюсти пришлось открыть пчеле, потому что такой рабочий орган появился. Рабочий орган – хоботок с язычком. Язычок по латыни «глосса» легко запоминается, или «танго» по-английски «танго» – язычок. «Глосса». И состоит еще несколько створок для защиты, для складывания. И недаром она спрятала, потому что у мелекты огроменный хоботок. Так что не только медоносные пчелы стараются летать на цветы, их опылять, за нектаром летают, а вот даже виды рода мелекта, пунктата и луктуоза летают также за нектаром и опыляют цветки с очень длинным, длинным строением, с нектарником на самой глубине. Например, семейство лобиаты, губоцветные. Как раз сейчас появилось много губоцветных цветочков по весне. Такой вот цветочек с длинным язычком. Некоторые орхидные тоже имеют очень длинный нектарник, глубокий нектарник. И вот эта огромная труба, я ее еще покажу отдельно на съемках на других фотографиях. А здесь, мелекта решила показать свой прибор, хоботок во всей красе. Некоторых пчелиных, я их покажу на других видео, которые занесены в Красную книгу, хоботок настолько огромен, что он длиннее тела. Вот так его приходится складывать почти что, как бабочки, в трубочку. Складывается в несколько частей под головой, потому что он состоит из нескольких створок, внутри которых находится выдвигающийся, как повторяю, тоненький язычок. Язычок, который состоит из хитиновых таких колец, с волос, покрытых волосками. На конце даже имеется ложечка, если присмотреть при очень большом увеличении, лопаточка такая на конце этого язычка, который погружен внутри хоботка. И этой лопаточкой захватываются крапинки, кусочки нектара или меда, как здесь повезло. Мелекте здесь большая капля меда рядом с цветочками вишни и захватывается. Но, конечно же, другие пчелины тоже стараются, не упускают первой же возможности полакомиться нектаром и медом. Запускаем теперь в нектар наш другую пчелу. Вот рядышком сидит мелекта, нога ее показывается, а рядом сидит другая пчела. Это из рода Андрена. Сверху пробегает маленькая галикта. И наблюдаем, что Андрена тоже выставила из нижней части головы хоботок. Однако хоботок, маленький хоботок. Недаром эта Андрена была собрана на цветочке одуванчика. На одуванчике уж там и не надо сильно стараться. Одуванчик полностью открытый цветок. Нектарник у него здесь все открытые. И хоботок не нужен, очень длиннющий. Зато тело, покрытое волосками, пушистое. Андрена старается, собирает и нектар собирает, и пыльцу собирает. И вся она опушенная, желтая становится. Вот пробежала как раз галикта. По верхней части закрытый здесь цвет. И кусочек, попавший меда, старается Андрена, тоже слизывает язычком. Но хоботок, который внутри содержит язычок, гораздо скромнее. Он даже немножко, может быть, в два раза превышает длину верхних челюстей мандибул. Не то, что у замечательной мелекты, у которой хоботок практически достигает половины длины тела. Так что каждому цветочку приурочен свой опылитель с открытым цветком. Опыляют пчелы с очень коротким хоботком. На конце мы наблюдаем выдвигающийся язычок и очень маленькие нижнегубные щупики, которые на конце хоботок очень коротенький, в два раза превышает, широкий, как лопата. Язычок затягивает крупинки нектара или здесь меда, а нижнечелюстные, нижние щупики, они ощупывают
реагирует на вкус, на запах, на сладость. Правильно ли мы что-то нашли? И, конечно, замечаем, что тело пушистое для сбора нектара. А теперь сравним, какие по размеру пчела Андрена и пчела Мелекта. Ой-ой-ой, Андрена-то какая маленькая, а Мелекта-то какая здоровенная. Мелекта фактически 14-17 миллиметров. С левой стороны это паразитическая пчела. Мелекта, у которой нету рабочего органов для сбора пыльцы, но зато есть рабочий орган для сбора нектара. А с правой стороны, это маленькая поменьше, до 10 миллиметров размера, это пчела Андрена, которая есть все, у нее маленькая лопатка нектара для сбора нектара, это язычок и хоботок, язычок, погруженный в хоботок. И хоботок состоит из нескольких частей. Его нужно смотреть морфологию отдельно, не буду перечислять всю латынь, которая указана в описании. Нижнегубные щупики, глоссы и все прочие названия по латыни, потому что строение очень сложное с тем, чтобы как оригами сложиться под головой. Зато хоботок вот наблюдаем у Андрены, маленький, коротенький, потому что цветки такие, как одуванчика или пастушьи сумки, совершенно крохотные, открытые, и не надо стараться добывать нектар с глубины цветка. А Мелекта не только, конечно, поражает вот антофор, который крупные пчелы, и понижает в некоторой степени их популяцию. Что делать? На каждого прокормителя, на каждого фитофага есть или хищник, или есть паразит, или клептопаразит. А вот паразиты другие, которые придут на личинок этих пчел, которые здесь заведутся, иногда же клептопаразитов второго порядка будут. Паразиты такие, как мододонтомерусы, вот здесь расположенные за мной на постере, различные хальцидоидные наездники из семейства птеромолиды или из семейства эулофиды, или леукоспиды, которые поражают тоже пчелиных, даже инцертиды поражают пчелиных. Очень узкая специализация. И такая крохотная наездник, как, например, таримит. Мододонтомерус имеет очень длинный яйцеклад, позволяющий проникать далеко в полость и найти таки все-таки, где гнездо и где личинка пчелин, пчел или ос, или где-то она будет спрятанная в полости, и заразить при помощи этого длинного яйцеклада. А другие наездники, которые совершенно плоские, такие как мелитобия, обязательно проникнут плоские какие-то полости крохотные, и там, наконец-то, с очень коротеньким яйцекладом мелитобия найдет здоровенную личинку, как превышающую в 50-100 раз пчелиной, заразит ее, и, соответственно, из этой огромной личинки разовьется 30, 40, 50, более 50 экземпляров крохотных эвлофит из рода мелитобия. Мы их постараемся показать, если они заведутся у нас на каких-то гнездах пчелиных. Вот такие сегодня у нас паразиты, клептопаразиты, а это замечательная Андрена, это пчелиная пчелка, которая лазит по цветочку и здесь подпитывается на нектары, на метку. Так что вот такой сегодня у нас рассказ про пчелиных. Напишите, кого из пчелиных вы уже наблюдали на цветах, видели ли вы похожих пчел, крупных или маленьких, крохотных, мы их еще покажем, крохотулечек таких, галик совершенно крохотных, которые мельче этой Андрены еще в два раза, или более крупных, толстых, но, конечно, будьте осторожны, потому что, хоть и я знаю, кто и кого не кусается, но медоносную пчелу пальцами и руками лучше не хватать. У медоносной пчелы есть инструмент, который имеет значение жало. Жало могут жалить, как говорится, медоносные пчелы, если вы ее так схватите руками. И у нее очень гибкое, верткое брюшко, которое обязательно вас ужалит в пальце, если вы ее неловко возьмете. Ну, конечно, там кто-то умеет прицеливаться, может так раз за спиночку взять крохотную медоносную пчелу и подержать в руке, и потом отпустить. Пусть летит к себе в гнездышко, приносит нектар и пыльцу. А вот таких крохотулечек можно посмотреть у меня на видео, я их буду показывать. Буду показывать тех, кто будет,
сказать, пролетать мимо нашего взора или садиться на окружающие нас ромашечки или другие цветочки. А вы пишите, каких пчелиных наблюдаете. Может быть, осьмий черных с красным брюшком, может быть, синих ксилокоп, который появится. И пишите в комментариях. Или также не забывайте для осьмий делать из трубочек гнезда. Еще не поздно, еще холодновато. Прошествуйте на озеро, на пруд, на речку, нарежете большое количество трубочек, свяжете их вместе и выставите рядом. И прилетят такие замечательные яндрены, прилетят и мелекты, и, конечно же, прилетят и осьмии, которые заселят эти трубки. А вы за ними будете наблюдать, потому что они, не как медоносные пчелы, не жалятся одиночные пчелины. Они все-таки стараются сохранить свою жизнь и быстрее от вас удрать, улететь. Так что тут только стоит открыть чашечку Петри, насекомые сразу разлетятся. Так что не забывайте заходить на мой канал, а также заходить на страничку в Patreon. Вот такая есть страничка под названием Patreon. Patreon. Вот так вот она указана в описании. Можете стать спонсором канала. Даже $1, и вы уже будете частичкой нашего канала. Да, вот такое. Это не то, что надо заходить по-русски, а то раз по линку, указанному внизу в описании, на страничку, называемую Patreon, для спонсоров канала. И вы будете участвовать. И взнос может быть от Галилео Галилея до Фишера. Или Карла Фишера, или Михаила Ломоносова. Выберите сами. Да-да. Можете оказать разную поддержку. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Страничка в Патреоне. Patreon.com. О, для спонсоров, патронов нашего канала. Между прочим, я их указываю в конце видео на смонтированных уже сюжетах. Так что можете знакомиться, кто у нас в патронах. В конце видео идет лист благодарности нашим патронам-спонсорам. Пока-пока. До новых встреч. Окей. Best greetings. See you soon in next video. Bye-bye.